Я считаю, это абсолютно объективно. Он высказал мысль абсолютно объективно. С точки зрения ОДП, здесь это слова справедливые. Но опять возникает вопрос, почему ОДП таким образом относится? Но ОДП – ключевой момент – это Россия. Вопросы взаимоотношений Армении с Россией, несмотря на ту большую колоссальную помощь, которую оказывает и так далее, они тоже непростые, потому что Армения любит получать поддержку, но в то же время политически протестует, вне всякого сомнения, в рамках устава ОДКБ, события последние, которые были, ОДКБ должно было реагировать немножко по-другому, в том числе и Россия. Но тут же ведь запущены почти провокационные механизмы разных наших друзей в кавычках, на которые наши же друзья ведутся. У нас же достаточно хорошие отношения с Азербайджаном. Они же тоже ведут себя в этой ситуации, зная и так далее, не очень честно. Ну и армянская сторона не очень честна в этом отношении. Хотя устав ОДКБ и позицию, которую занимает председатель парламента ОДКБ, она, на мой взгляд, полностью справедлива, потому что он в данном случае юридически говорит очень все правильно и верно.